Привет! С вами опять Александр и мои черепахи. Не бойтесь, желтоухое временно здесь, мое присутствие. Пусть поплавает немножко. И сегодня я бы хотел ответить на часто задаваемый вопрос, который и меня очень терзал. Растут ли быстро эти черепахи, то есть каймановые? На что рассчитывать? Я вам сегодня прочитаю реальные цифры. Пока вы любуетесь, как они бродят по дну, плавают, я бы хотел начать с того, что, к сожалению, я не сделал замер прям тогда, когда купил Кайманыча, а немножко позже. Знаю лишь то, что панцирь был где-то 10 сантиметров, это точно. Но вот сколько весил, ну я думаю около 350 грамм, где-то так. Но первый замер, это было 25.01.2015. И Кайманыч имел 408 грамм на тот момент и 11,2 сантиметра панцирь. 11 сантиметров и 2 миллиметра панцирь. Рикардо Родригес имел на то время 411 грамм и 14,2 сантиметра, то есть 14 сантиметров и 2 миллиметра панцирь, то есть он был немножко крупнее. Следующее. 1.03.2015 в марте. Кайманыч 525 грамм и уже 12 сантиметров панцирь и 5. Рикардо Родригес 412 грамм, то есть почти не изменился на граммчика там, и 14,5 панцирь, то есть вырос. Следующее, это было 16.04.2015, то есть в апреле. Кайманыч уже имел 695 грамм и 14 ровно сантиметр, 14 сантиметр панцирь, то есть. Рикардо тогда я не замерил. Следующее. 25.06.15 Кайманыч же весил 927 грамм и панцирь 16 сантиметров и 5. Следующий замер. 24.09.2015 Кайманыч перешел границу в килограмм 306 грамм и уже панцирь в тот момент был 17 сантиметров и 7 миллиметров. Тогда сделал замер и Рикардо Родригеса. И Рикардо имел 573 грамма и 16 сантиметров и 5 панцирь. Следующий замер произошел 28.12.2015. Кайманыч весил килограмм 927 грамм и панцирь 19,5. Рикардо Родригес я тогда не замерял. И сегодняшний замер последний 5.04.2016 Кайманыч 2 килограмма 600 грамм
даже немножко, чем 600. И 20 сантиметров и 5 панцирь. Рикардо Родригес 680 грамм. И 17 и 6 панцирь. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Этот вопрос мучил многое время и меня, перед тем, как я купил каймановую черепаху. Я не знал, на что рассчитывать. Растут они быстро. Надо будет быстро менять аквариумы или нет. Да, каймановые черепахи растут достаточно быстро, если теплая вода, разнообразный корм. И они... в каком-то роде рекордсмены среди черепах в росте. Если вам была полезна эта информация, подписывайтесь на мой канал, ставим лайки. Всем пока!